Вот это наш человек, который это самое, два фильма создано. Вот. У нас в стране появился другой лидер. Донецк Калинин. Это был лидер, в кавычки взять. Значит, в этом фильме, так, откуда Персик Хасанский, вот, полностью стер в грязь Бродского, самого Бродского, вы понимаете? Наглая, да, это не рожа, это не лицо, это харя, наглая. Вот. Это посмотрите, вы можете даже не. Это же все-таки я, как называется, это с экрана я сфотографировал. А вы можете, откуда Персик Хасанский, и сразу вам высветится. Посмотрите на эту харю, послушайте его это, который за несколько лет, 3-5 лет стал лидером, который поднял с 28 Бродского херня, 28 до 40, 45 градусов морозостойкость, и засекретил сад так, что оказалось, вы знаете, Евгений Туреев, смотрите, до фильмов есть, а я не могу не остановиться, почему? Потому что у меня уже железного сада нет, не было и никогда и не было. Вот это, допустим, да? А вот якобы его саженцы. А эту фотографию взял в интернете. Пытался я докопаться. Я думаю, вот сейчас я освещу его адрес. Вот. И те, кого отдадут, 100%. Ну, деньги есть, а сада нет. Такой принцип. Те, кого отдадут, приедут и морду бить. Магазина по этому адресу нет. Где живет, тоже нет. Юридический адрес. Вы знаете, что юридический адрес? У меня Саяногорск, 10 век район. Очень центральный, дом 2А, квартира 7, индекс 655-603. Ну, телефон 8-960-776-8672. А? Городской телефон 263-76. Что еще сказать? Еще есть, ну, все, что полагается. А вот этот человек на том свете, Юрий Васильевич, и ты, скотина, позволил себе так рассказывать, как какой-то это. Вот. И сейчас я быстренько пробегусь. Колновидные яблони. Все, я показывал в фильмах, все из интернета. То есть яблони у нее нет. Вот. Колновидные груши нет. Почему? Колновидных груш нет в природе. Все, включая его, нашу вот эту харю, и вот это вот, все, кто сразу в это, и не вдумайте, вы все в сетях, вы все, где вас только нет. Почему вы молчите, а? Ну, трудно сказать, коловидных яблок, коловидных груш, коловидных абрикосов нет. Коловидных персиков нет. Чтобы разошлось, чтобы они сдохли, эти все, кто деньги вытягивает. Вот. Это его. Это 100 раз повторяется. Эта фотография его 100 раз повторяется. Вот. По всей планете она в ходу. Почему? Потому что не только у него нет, но и нет этих же абрикосов, нет у остальных 99 сайтов, магазинов этих, питомников. Ни у кого нет. То есть кто-то один сделал фотографию, а остальные ее присвоили. И эту также. И сотни все присвоили. Вот. И эту тоже. Персик нашел. А вот это его лицо, вот это его фотография главная. Так вот, если он друг, вот представляете, он возьмет и Богом поклянется, что это все он делал в своем саду фотографии. Допустим. Уже это область, как называется? Свердловская. Челябинске, в Свердловской области, не знаю, огромное количество ученых учреждений, начиная с академии, все есть. Значит, в академии, значит, цитирую одного из будущих академиков, Ваулина. Он на моих, вы помните первую фотографию, что девушка обнимала, да? Сеянцы с них я ему продал, ну, там, по 40 рублей или по 50. Вот, он их вырастил, получил урожай 25 килограмм, 30, 40 и 50 с чем-то. Килограмм. То есть это 6, 7, 8 метров дерева. Молодых.
совсем молодых. Вот. Значит, пережили 38-градусные морозы, пережили 7-градусные заморозки. Все это прекрасно было. И он же сказал следующее. Это этот самый Мясский институт, я ничего не выдумал. У меня есть его доклад. Как я могу соврать? Доклад его. Я же там цифры не менял. А там написано, что рядом другое научное учреждение, вот, имеет средний урожай, внимание, 500 грамм. И вот теперь у нас новый лидер, вот он, Марков, который вот это все якобы вырастил, это, и, допустим, поклянется Богом. Тогда его должны брать штурмом. Ему нужно ставить 10 человек, нанимать охрану. Потому что со всей страны рванут все ученые, все изобретатели, все вот такие вроде меня. Мы же когда-то менялись, мы когда-то друг друга буквально преследовали. Веточку, косточку, семечку. Вот. Вы представляете, уникальный сад, окруженный со всех сторон. Подогнали броневики, потому что это не одна Нобелевская премия. По яблоням одна, по сливам другая, по грушам третья, по персикам три Нобелевские премии. А вы попробуйте с 28 градусов до 45 поднимите морозостойкость. А он за несколько лет поднял. Представляете? И тогда он назвал персик Маркова. Он сказал, при чем тут Бродский? При чем тут железо? У железа вообще нету персиков. Ну, я в фильме показал персики в фотографии каждого года. Вот, для примера. 2016-й. Это телевидение. Напротив меня стоит этот ведущий телевидение. Вот. 2018. Видели? Вот. Это я к слову, что я показываю. А ну-ка давай свой сад. Кстати, фотографии делал. Сейчас покажу. Вот. Ну, это доказательство. 13-й год, это я, когда с ним познакомился. До меня он был ноль, полный. И признает, что я его, это, как бы. Ну, а потом 2016, когда он написал, сделал вот эту, как это называется, сделал вот этот ролик, что у меня никогда не было, в этом году он его выпустил, этот ролик. Ладно, теперь, рядом скромные ученые, где наука? Я сейчас еще хочу сказать. Действительно, вот такие проходимцы, они используют то, что у науки очень скромные результаты. Вот. 30 лет работали, у меня есть это в прежних вебинарах, допустим, 2 года назад, вдруг, 30 лет и появилось на свет новый сорт слива, зарегистрированный в реестре. Я посмотрел слива, как слива у нас на рынке, таких полно, вот, ну не у всех, в основном китайцы, но у нас на рынке есть, я нашел один раз ведро черных абрикосов. Или мое. Я нашел ведро или два настоящих по 50 грамм венгерок. Настоящие уже. Те, что я на Украине с ними познакомился, школьником. 5 ведер сдаешь, и стоит твое. Вот. Настоящие. А тут, смотрю, 30 лет за это бороться. Да вы приезжайте к нам в это. И все. Зачем бы мы вам сэкономили бы десятки, сотни миллионов рублей. Проходит год. Новая сладкая груша, морозостойкая на Урале выросла. Сейчас, кстати, там, где было 40-45 и где 50. Помните это? Фразу. В сети ходят фотографии, где хватаются градусниками. Ну, это Южный Урал, где минус 50. Что там от этой сливы? Что там от этой груши осталось-то? Вот. Или морозостойкие, или вкусные. Сколько вы не скрещивали, результат будет. Или сдохнет, если вкусное. Это железо, это моя, один из моих этих. Я серьезно говорю. Один из моих постулатов. Или будет вкусное, если, то есть если вкусное, то просто она замерзнет. А если не замерзнет, значит вы есть не будете. Вспомните целую таблицу этих груш, которые выпустил этот институт Лесоветка. Помнили? У Андрея Малькова я заказал персик Малькова, 4 яблони, заказ получил. Кроме этого, это, я получил персик и пережил зиму, хотя и был ухват.
Я побыстрее. Это уже последние услуги. В декабре заказал Лайкоу Сайенс, европейский агрессив оплатил. В мае заказ пришел. При получении получил разрешение. Сайенс мы работали с треть пленкой. Обрубки корней торчали наружу, пробив пленку. Корни высохшие. Никакая реакция не помогла. На телефон на почту не отвечает. 5000 выбросов. Вы думаете, это я? Вот смотрите. Это живой человек. Если бы меня такое по мне написали, я бы точно застрелился бы. Вот сладкая парочка. Это как повезло это Ватенкову, что у него жена такая, работящая. Как сказать, второй сапог, два сапога пара. Вот. Кстати. Ой, сейчас вспоминать все. Сейчас вспоминать все. Давайте кое-что упустим. Все-таки страшно, когда это. Но он все равно приходит ко мне. Кажется, не каждую ночь, но Владимиров со мной общается. Это я, знаете, когда я всех перечислял, я забыл, что Александров один, это тот, кто один из организаторов слета садовода, который стал моим бенефисом. Вот. Вот просто хотел ему поклониться. Вот из-за таких людей мы еще маленько шевелимся, и чего-то мы можем это. Вот. Спасибо, Александр. Уже забыл, как зовут. Тут уж я дал. Вот. Латинков, Юра, что мне сказал? На тот момент, когда мы общались, вот в этом самом. Вот здесь мы сидим. Ну, там скромно сидим. По принципу, 100 грамм и огурчик. На каких 100? Вы не пили, считайте. Вот. Два момента. Первый, он меня отозвал в сторону, открыл книгу человека, который одна из ведущих абрикосоведов, и сказал, вот это пишет, закопать косточку абрикоса на 5-6 сантиметров. Вот. Пытался я урезонить потом эту даму. Мол, нельзя так. Откажитесь. Не бесполезно. Гонор, гонор. А второй момент заключается в следующем. Дело в том, что вот мы сидим за столом, вот, и я мне говорю, знаешь, что я сказал? Я много чего забываю. Константинович, ну, пойми ты вот обижаешься, да, что люди, не это самое, жизнь проходит мимо, наука ничего не интересует. Напомни, ученые, академия за нами следит. Ну, я, конечно, промолчал, думаю, ну, твои бы слова, Богу в душе. Ну, как она следит? Ну, как? Вот. Вот смотрите. Одна из моих выигрышных фотографий. Видите эту девушку? Я не помню, как ее зовут. Туда приехала за саженцами. Понимаете? Если у науки нет таких плодов, а значит нет таких сортообразцов. Вот когда Мальков это самое, грязь поливал этого Брусского, мол, ой, ты тот считается хасанскими, тот, а чем, который раздобыл где-то Брусский, чем он лучше других. А вот он за 5 лет сделал его это 40 градусов, вот он молодец. И вот это вот просто пример, что вот такие люди светятся на фоне чего? Пустыни. Вот. Несколько месяцев назад я вам показал. Золотая медаль вручена институту. Не там у Ваулинский, который пусть он не свои в это, а мы сам там процесс довел до рекордных результатов. А он упомянул другое. Видимо, тот и был как раз. Потому что сказали Уральский институт, кажется, Челябинский, а у них получили морозостойкие абрикосы на основе кичигинских. А кичигинский, это манжурский, это для меня одно и то же. Это разное название одного. То есть, и вот такие плоды. Ну, сейчас я искать не буду. Вы понимаете, я хочу сказать, мы сейчас в пустыне. И вот благодаря тому, что вот это никому не надо, это что меня сфотографировали,
Она на столах. Это я и чай угощаю. Ну, такая у нас происходит. Вот когда Марков показывает такой фильм, я от него отстану. Еще извинения попрошу. А вот здесь вот я покажу то, что выпускает наука. Каждый раз в год показывают. Показывал раза три. Показывает четвертый раз. Понимаете? Абрикос-персик. Вы когда-то видели такой плод? Я видел впервые в жизни. Когда я увидел, я остановился. Как вас зовут? Людмила. Людмила, это что за это? Это же не может быть. Она говорит, она неграмотная в том плане. До нее выглядит и говорит, ни о чем не говорит. Просто она привела абрикос на персик, потом персик на абрикос. Вот он настоящий гибрид. Вы понимаете? Это настоящий гибрид, вегетативный. Это мечта любого института, даже не любого института. Они такой задачи не ставят. Они вырастили вот потомков хищника. Опять же, там, псев, пересев, еще раз. Или ты мордостойкий, или ты невкусный. То есть, или ты вкусный, но сдохнешь в первые 40 градусов. И вот это вот я преподносил как? Те же самые вебинары. Так, и еще раз. И опять у нас будет, ну, через месяц там, плюс этот самый, Рутуб, плюс там этот Яндекс, ну, 500 человек. И опять ни одного олигарха. И опять ни одного человека, который сможет позволить себе следующее. Приезжает, так, в Саяногорск. Я взял ее телефон, а потом пустяк, телефон потерял. Итак, это терроинкогнито. Итак, она живет в Саяногорске. Итак, она владеет вот этим чудом, настоящим. Это то же самое, как... Ну, это действительно, если бы это был бы тот же Никитин, да, чтобы подтвердить свои это, что на самом деле мусора нет в этих самых молекулах ДНК, что это не мусор. Вот, кстати, мусор нет. Вот. Тогда он получил две Нобелевские премии. Потому что одно дело доказать, другое дело еще и сделать надо. И вот если бы такой человек, еще раз говорю, потому что Доскобилов уже несколько лет на пенсии, он не поедет уже. У него нет уже ни сил, ни здоровья. Он раньше на автобусе ездил. Вот. Представляете, каково ему было служить науке, не имея ни машины. Я имею в виду казенный транспорт. А сейчас уже этого лишились. А, говорит, более 15 тысяч, зарплата стала 10. Какой к черту энтузиазм. Итак, приезжает некто. Дальше рассказываю как сказку. Приезжает некто. Энтузиаст. В кармане деньги. Вот. Дает объявление или своей помощью объясняет местному телевидению, что это государственная задача. Государственная задача. Что за эту съемку, раз, и за показ по местному телевидению, а это обязательно, человек заплатит 1000, 10, 100. А думаете, большие деньги? Вспомните в Москве, какие зарплаты. И тогда она, эта женщина, увидит себя на экране местного телевидения, где написано, мы ищем таланты, мы ищем женщину с уникальным сортом. Пожалуйста, отзовитесь. Дайте телефон, дайте адрес. Ну, не может быть, чтобы за пару лет что-то с ней уж сильно случилось. Молодая, такая, знаете, активная. Вот, надеюсь, что с ней все в порядке, что коронавирус я не свалил. И вот, и очень надеюсь. И тогда человек этот с моей поддержкой моральной, я не богатый, но, как говорится, я как бы сказать, в качестве помощника. Вот. Находим ее, подходим к дереву, нарезаем черенки. Черенки. Нам не нужны косточки. Косточки потом пойдут или в абрикос, или в персик. Нет, если из косточки, ну, случайно. Ну, с компота. Ну, бывает, из компота живые. Ладно, косточки постольку поскольку. Нарезаем черенки и говорим, черенок 1000 рублей. Согласны? Как вы думаете, откажется? Второй черенок 1000 рублей. 10 тысяч, 10 черенков. А если там 100 тысяч?
отдали телевидению 10 или 50 тысяч за показ, за эту. Вот. Потому что оно коммерческое, даже показывать не будет, хоть ты клянись этим самым, вот, Мичуриным. И тогда случится чудо. Я возьму в качестве, я как группа поддержки, в качестве пару членков себе, вот с этого вот, видите, ведро, которое слева. Вот. Они все интересны. Ну ладно, там, по-моему, помидоры. Даже вот эти вот абрикосы и те могут представлять интерес. Вот это! Поняли? Вот это, кстати, весы показывают не граммы. То есть оно не соответствует, вот эта цифра 7,6, вот этому плоду не соответствует. Вот. Это тем более его украшает. Поняли, о чем речь идет? Я имею право об этом мечтать, говорить, просить, надеяться, что в стране. Но страна об этом и не узнает. Может быть, такие олигархи есть. Я имею в виду человек, который думает, ну мне скоро помирать. Ну, у меня есть лишние пару миллионов. Давай я их на доброе дело потрачу. Ну, хотя бы так. Какое дело? Ну давайте еще издадим 1000 книг. Кстати, еще и прибыль получим. Давай выгодно вложу в книгу издательства. Вот. Эти же книги. Ну, второй пример. Я тоже люблю этот пример. Потому что это Прибалтика. Ну, там тоже есть наука. Но если кто-то посмотрит, ну, почему бы не взять и не найти, а это уже проще. И эта веточка у меня вишневая была. А в нее внедрил три веточки, три прививки этого, черешни. Женщина присылает мне одну фотографию и говорит, настоящая черешня? А я ей только название у черешни было. Вишня сибирская штамповая с генами черешни. Ну хорошо. А это что? А это другая прививка. И что на ней? Ну если уж вишня, то она еще крупнее моей. Есть там гены черешни, как вы думаете? Вот здесь гены, здесь чистая, сладчайшая, понятно. Тут спору нет. Никто ни один не скажет, что это вишня. Черешня. А здесь вишня с генами черешни. Это же чистый, стопроцентный вегетативный гибрид такого же уровня. Это же не шутки. Персики и черешни – это наши самые слабые места. Мы не будем брать, сказать, диковина там выращивать начали. Всякие унаби и прочее. Чуть материальное слово не сказал. Вот. Вот это самое ценное, что у нас есть в стране. А тут, вот, пожалуйста. Грушу сделали, 30 лет делали, так и написано. Сливу 30 лет делали, и абрикос, кичигин, потомок кичигинский, вот такой же, как кичигинский, тоже 30 лет. А это кто будет заниматься, а? Кто? А брат меня ругает, скажет, тут еще опять это. А я не могу иначе. Интересно, отключилось хоть несколько человек, в котором все по барабану. Есть и такие. Но большинство все-таки это от меня не отказывается. Только мало нас, мало. Этих лайки никто не ставит. Оказывается, они привлекают другие мои эти фильмы. Если было достаточно лайков, после этого фильма человек посмотрел, а следующий опять мой. Ага, сейчас. Так, идем дальше. Вот она, Прибалтика. Вот здесь растут эти чудеса. Девочка, дочка милая, это твое или это... Ну, так сложилось, ну, все было в жизни. Бывало, не до садоводства мне. Даже так. Вот, выжить бы. И вот за этими двумя фотографиями идет твоя фотография. Три фотографии. Вот это. Твоя или твоя? Твоя, зависть, пожалуйста. А тут отзываться не надо. Я хотел первое место присвоить Малькову, вот, из этих самых, из мошеннического сайта. Вот. Ну, естественно, за его эти саженцы мифические. Ну, а пока первое место, это можешь обогнать. Вот у них получается так.
Девочка, кошечка 3 месяца, и из горшка за 3 месяца появляется росток и вырастает вот это за 3 месяца. Вот. Остается 47 рублей. Вот. Причем красиво нарисовано. Это фантазия. А иначе не купят. Ну, согласитесь, если у нас сейчас, я знаю, все так же. Вот. Отдают деньги за пирамиды. И сегодня, и сейчас. А проскочу. 1000 вложу, 5000 мне вернут, а я тут же раз, закончу это все. Ага, я свое получил, а дальше я не дура. Дальше ясно, банкротство. Раз, 5000. Нет, неохота. А давайте еще, пусть будет 10. А вот раз и не рубля. Вот так вот. Да еще кучу людей подставляет. Ты должен людей привлечь. И вот такой страны мы живем. Так вот, гражданин Марков. Пока первое не сидит твое, пока можешь завидовать. Вот, придумай нечто подобное, с руками тебя отрывать будут. Вот. Татьяна Андреевна. Вот, пожалуйста, так, ну-ка. Вот еще. Я много говорил, сейчас я пойду на кухню, мне надо буквально кипятку добавить в эту кружку. Добавить, 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 добавить. Я быстро, быстро. В принципе, у меня такой же характер, как у Троцкого, у Свердлова. Вот те вожди, они людей поднимали. Вот таким вот. Ух. Вот, не знаю, поднимем ли мы садоводство или надо, действительно. Заткнуться пора. Так, Татьяна Андреевна, у меня в Московской области растут персики Бродского. Заказывал для кошки в 2015 году. Он их назвал белореченские. Так как по здоровью не удалось сразу грунт высадить, росли в горшках, прикопе. Высадила в 2017-2018. Вымахали по 3 метра, плодоносили. 2023 год на нижних ветках вверх попал под заморозок. Диаметр 4-5 сантиметров. Но вкус я рыночных, с них собрал опросы, хочу посмотреть в этом году. Ну что? А? Ленин Марько. Персики Бродского. Вот они. Чего ты там молол? Ни стыда, ни совести. Чеха на свете нет. Уж извинился бы как-то. Ведь себя бы, если бы извинился, ну себя бы очки бы наработал. Ну и дальше бы брал. Вот. Ниже учеба наоборот. Сады Урала. Не вариант, я садил, но ничего не растет. У них ни у меня, ни у знакомых потеряла года. Выбор у них большой, каталоги красивые, ничего не растет. Вот эти деньги потратил, все напрасно. Жалко, годы потратил. Вот и мне жалко, из людей жалко. Но это что главное. Я им писал, задавал вопросы, что привито. Вот я тишина. Вот, пожалуйста, ты этот. Мальков, я один такой. Вот. Почему я обычно делаю инкогнито, то есть я много плохого говорю, а сам не объявляю. Мне их жалко. Мне их жалко почему? Потому что людям надо выживать.
Вот они врут, врут, врут. Но когда они украли у меня 6 фотографий, вот это вот, о-о-о, вот это, о-о-о, 6 фотографий, и на каждой написали Садуров, вот тут уж я не выдержал. Так что получайте. Человек потратил годы и деньги. Тоже у них брал персики, абрикосы, грушу, сеянцы. Еще не знал про сертификацию. Сажал осенью, лет 6. Персики до весны не дожили. А так. Из абрикосов осталось 2, ну и так далее, и так далее. В общем, больше у них не заказывал. Да они так сдохнут за это, если все перестанут заказывать. Но объявите вы, откуда персики? Я же спрашивал в этой фирме, откуда у вас эти персиковых садов маточных в Сибири нету. На Урале, может, есть 1-2. Ну так напишите, в конце концов, это же я вам помогу, я вас раскручу. Я скажу, в вашем саду нет персиков. Но я точно установил, я связался, я списался, я созвонился. Вот с этого райского сада, там чуть-чуть теплее, чем у вас. Ближе Свердловск, а это Свердловская область, это же севернее той же, той же самой, Челябинская. Челябинская, южнее, Железногорск, еще южнее, там может быть. Вот так. Уже сам научился выращивать благодаря железу. Его уже прямо обучающим диском. И вот это знак какой-то. Где, наверное, посвящен? Что-то желтое такое. Ну, не кукиш. Здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович. Хочу выразить вам низкую благодарность. Почтение за предоставленную возможность обучения правильному садоводству и покупки садов. Обучающий материал у вас. Я начинаю садовод. Так, смотрите. Ко времени ознакомления уже успела покалечить деревья обрезки на кольцо, молчков, омолаживающих, которые так активно преподают тоже. Даже учеными кандидатами наук. А им же кушать надо. Вы понимаете, сказать, что не режь, 3 рубля нет. Сказать, отрежь ветки, что у вас тут где-то минут 5, показывать, отрезать, потом еще 5 минут, все. Полса прошло, все. Средники, по-моему, заработал. Вот только из-за этого я это делал. Я убедилась, и наблюдая, как мои саженцы реагировали на наученные ими процедуры, я достоверно убедилась, как вы правы. По милости единого Бога, тут я стер его эти, ну, покороче сделал. В Ютубе я случайно встретил ваше видео. По милости Бога. Затем начала подробно изучать публикации, видео, подписалась на ваш канал, купила ваши книги, сделала заказ саженца и много деревьев, которые растут на вашем саду, нет наличия. Сами выращивайте, нечего. Так, а теперь хочу попробовать сделать заказ себя. Во! И это очень важно для дальнейшей жизни моего сада. Хотела спросить, что правильно ли поняла? Лучше заказать у вас кадет собственный или на подвой семена, а прямой выращивайте собой с ваших семян. А заказать черенки на следующую весну, так как вы заготавливаете из плодоносящих деревьев, и лучше с него прямой делаться, урожай быстрее будет и приближенное. Приближенное к вашему дереву, да. С уважением, Гузель. Так вот, Гузель. Белая гузель. Если бы я знал, что я точно проживу 24-й год весь. Ну, лучше, хотя бы нет, хотя бы 24-й. А, он уже пришел, 25-й. Хотя бы до весны, я бы сказал, сейчас все деньги бросайте на подвой. Некто так делает. Только подвой. Выгрузки абрикосы, уссурийские груши, китайские сливы, пальцы загибаю. Вишни в сибирских штабах, волосы не помешают, пятый палец. И что я забыл? Значит, ну, персики только это, на подводе совсем. Вот, почти все перечислил. Поджурцы, китайки, уссурийские груши. А, сибирки, я буду не сибирки. Вот теперь все. И тогда, если я буду жив, а если не буду жив,
Я предлагаю вам другой вариант. Первое. Все, что вы решили заказать по двоим, по 10, по 20, хоть по 100. Сейчас. Сейчас. Далее. Я бы на вашем месте заказал какое-то количество черенков только потому, что в следующую весну вы можете его. Если у меня не будет, больше вы нигде не закажете. А если закажете, тогда вы не сможете их с одной попытки. Вот будет там 30% мертвых, там 90%. Ну, это все проходило. Вы-то уже слюхались. Извините за ненаучный термин. Слюхались. Далее. Значит, получили вы, а у вас еще по двое нет. Вы идете по соседям, по друзьям. Вы приходите к человеку, которому давно поссорились, и говорите: веточка, вот так же, как когда-то пальмовая веточка, так, веточка, это ветка мира. У тебя есть груша, может быть, уже скелет хороший. Давай мы дотыкаем. А вдруг железо не доживет, это цинично, но важно. Не доживет до следующего сезона. Вот. А мы потом срежем с этих. Вот. К другому пошла. А там сливы есть. Не обязательно однолетие. Чего вы вдруг однолетие? Вот. А допустим, даже скелеты. А вокруг этого взрослого скелетного дерева, еще вокруг полно растет этих колевых отводков. Вот, догоняете? Вот примерно так. Все, идем дальше. Желательно заложить запас в этом же году. Так, болезни персика, крастер, аспероз, как спасти плодовые деревья, чем обрабатывать. Этим занимается вся Украина. Вот. Вот вы видите, как он выглядит. Вы видите дерево, которое начало постепенно. Это что-то среднее между курчавостью и грибами. Вот. Вот еще, вот они уже появились. Видите, пятнышки? Это грибы. Вот они, грибочки. Вот они. Вот, только их бесполезно с ними бороться, чем я сейчас буду доказывать. Вот. И, наконец, получается так. Как спасти плодовое дерево? Чем обработать? А у человека не просто этот самый сайт, канал, или как он называется. Вот. Ну, надо вот это продать надо. Поняли? Болезни персика, клястер, аспероз, всего же с этого. Всего канала или сайта. Как спасти плодовое дерево, чем обработать? Вот. Я железо. Не знаю, согласится мои украинские друзья, у которых персики хасанского растут. Вот. Которые понадежнее, чем эти южные. Утверждаю, что этот человек не то, что недобросовестный, он представил предвзятую информацию. Покупайте и вылечите. Черт из два. Итак, если вы возьмете вот это вот, как это называется-то? Кстати, тут уже расписано. Сколько надо его купить? Вот для персика, для черешни, всего. Купили, обработали, ничем не поможет. Почему? Здесь нет причины. Вот. Одну причину я уже вижу. Какого черта у тебя черная земля? Что такое черная земля? Вот он растет. Его уже года три, да? Как минимум. Согласны? Если 2-4, вы же не будем спорить. Черная земля. Это значит, что полностью исчезла пищевая цепочка. Что такое пищевая цепочка? Как бы вы его ни кормили, это то же самое, что вас каждый день будут кормить одним салом, и через месяц вы умрете. Наши люди умирали на Дальнем Севере, на Крайнем Севере, потому что их кормили только одним мясом. Умирали, да. И тут то же самое. Здесь, в этой почве, должен быть полный набор минерально-солевой раз. Это для того, чтобы была максимальная морозостойкость. А тогда не будет этих пятнышек, то есть дерево будет здоровое, а оно болеть не будет. А где черви?
Вы что думаете, там они если живут, то они сейчас и живут, выживают. У них все разрушено. У них их кладовые, их эти самые. Вы возьмите фильмы есть про жителей. Вот. Они специально отстраивают нижние этажи. Там аэрация, вентиляция, канализация, все. Что же вы натворили-то? Уже поэтому здорового дерева персика не будет никогда. Только потому, что вот такая почва. Там полностью исчезла кислород. Там, возможно, нарушены эти же корни. Эти уже перекапывали. Вы не показали основание штамба. А вот эта болезнь, что каждое дерево... это. А я вот уверен, вот тут нету. Я посмотрел эфир. И ни слова, то есть ни одного кадрика, где основание штамба. А если там яма, где уже все гниет, это... А это только последствия. Вот. А если там 10-20 этих отрезанных веток со страшными ранами, это принято так. Это и не я. Везде, где вы увидите персики, везде, где вы увидите эту самую учебу по персикам, везде резать, резать, резать. И везде эти основания штаба. Ну-ка, это. Слушайте, время-то уходит. Вот. Сейчас я вам покажу эти персики. Вот фотография, которую присвоил наш герой сегодняшний. Вот она, нет. Сейчас мы быстро найдем. Вот. Вы ничего не видите. Вы видите стандартные персики, выращенные на юге, само собой, откуда у нас в Сибири маточные сады. Вы думаете? В Сибири, на Урале, даже в центре России, где маточные сады, хрен вам. Вот. Теперь я еще кое-что добавлю. И вот они, почти метровая голая штамба. Вы знаете, здесь плохо видно. Но я вам уже десятки раз показывал. Сейчас. Вот. Если бы узнали, сколько здесь страшных ран. Это все инвалиды. Они инвалиды, потому что нужно через эти раны, которые начнут замерзать, и перекрывать сосуды, значит, перекрывать ток сюда. Раз. Их бы надо половину отрезать при посадке. Потому что они, вы ничего не видите. Они сюда вставлены. Здесь нет дерна. Вы что думаете, они вот эти 3 года росли прямо в этих мягких горшках? Мягких. Черт из два, обман чистейший, 100%. Вот. Дама эта, она проверяет, что соответствует ли, а это все уже не ГОСТу. Когда-то ГОСТ саженца был метр. Первый, это я с советских времен помню. Я не такой уже дурак, как это, меня иногда пытаются выставить. Вот. Метр это ГОСТ. Это первый класс. Нет, не так. Первая категория. Ну, в общем, слово первое. Вторая категория, 8 сантиметров. Вот это все переростки искусственные, чтобы вы их купили. Они им придали вид саженца, как будто человек где-то в голове сидит, что ему нужен метровый штамп. И эти персики замерзнут чертовой матери. Все погибнут, все. Вырастут, будут садить, разрежут эту мягкую. И тут же все развалится. Не могли вот эти саженцы вырасти вот в этих вот мягких горшках. Не могли. Я же говорю, не могли. Я вырастил 30 тысяч саженцев. Вот, по-разному. А что она смотрит? Соответствует ли, если это название сорта в реестре? А они что, дураки? Конечно, есть. Вот и все. А что она может еще сделать? Запретить торговать, вам погибнут? Это в ее компетенцию не входит. Это наша компетенция. Потому что до сих пор наука даже не может сказать «Все! Больше ни одной нижней ветки не будет отрезано». Железо Волотенкова, этого самого, этого. Курдюмова почитайте. Нижние скелетные ветки, которые дают листья, это они кормят корни. Они кормят всю окружающую среду. Вот. Всем нужна глюкоза. Червям, грибам, всем бактериям.
Это есть, это как почва, пропитанная глюкозой. Это есть норма, это есть здоровье дерева, здоровье почвы, здоровье этих миллиардов микробов, миллиардов бактерий. Это здоровье всей пищевой цепочки. Что вы сделали-то? Что вы это уродство? Брат, ну что? Что ты потом, разборка у нас будет. Ты представляешь, что я опять наговорил? А как по-другому-то с ними? Я уже тебя бояться начинаю. Осталось 15 минут. Вот и пожалуйста. Уже только про одну черную землю я вижу, мне сразу шерсть дыбом. Ну нельзя же так-то. И тут еще мое. Вот купите, опрыскаете вот с этим диагнозом. И ни хрена не поможет. Только отравите то, что еще может быть. Так, ребята, я пятый раз пропускаю. Вот до сюда дохожу. Дальше идет учеба. Как правильно отрезать? Зачем отрезать? Нужно ли отрезать? Пропускаю очередной раз. Пора кончается, друзья. Вот, единственное скажу. Ты учишься на живом дереве, учишь людей калечить деревья. Да, вот ты вот это. Вот. Мастерская бонсай. А вот. А я говорю, вот так же, как когда-то наши великие, значит, эти самые эскулапы, они учились на трупах. А потом брались уже лечить людей. Чтобы вот этого не было. Кто молодец, кто научает, как правильно уничтожить дерево. Ну, оно ему надо. Ой. Сейчас буду заканчивать. Это по вашей просьбе. Кто из вас меня просил, а? Я просто те, которые валялись, собрал. Вот они. Уже собрал, вот они, вот они, вот они. А вот это вот для того, чтобы написать диссертацию любому ученому, достаточно приехать ко мне, нанять моего друга лесоруба вот, за 500 или за 1000 рублей. И еще таких у меня много, три десятка деревьев, не все сожгли, три десятка деревьев мы обрекли на смерть, которые давали рекордный урожай. Но это я объясняю почему. Вы меня даже ругать имеете право за это. Вот. А потом каждый из них резать, 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 резать. Вот. И тогда диссертация готова. Вот это все, чтобы люди знали. А сегодня не знают. И наука, которая учит, они с таким умным видом все это калечат. Они с таким умным видом, это просто поражает. И люди верят, верят, верят. И спокойно отрезают эти ветки. Кто из ученых возьмется вот это сказать? Караул! Совершена дичайшая столетняя ошибка. С юга, перенесенная на север. Это страшно. Это миллионы, это погубленных деревьев. Десятки миллионов. Уже сотни миллионов. Остановиться надо. Но я не могу. Ну что, меня 300 человек слышат. А сейчас, наверное, человек 20 или 40. Как остановить? Все, дальше не могу говорить. Буду заканчивать. Да. Или я, как всегда, клянусь закончить, а потом продолжаю и продолжаю. Вот она чаша. Ну каким хером вырезать селедку? А? Исакова. Учит. Вот если бы вот, ну не могу остановиться, вот если бы не отрезал, вот здесь бы была бы минимальная рана. А сейчас вот тут отрезал, вот тут отрезал. Да не трогай ты ее, это и есть спасение. Это то, что Железов доказал уже сам себе, потом уже своим ученикам. Вы уже никогда не позволите эту дурь делать-то. А как их остановить-то?
обрезайте грушу и не делайте, избегайте ошибок. Что ж ты рано-то делаешь? Она уже вот так вот с этим перечком прекрасно бы еще жила и жила. Все, дальше не могу. Все. Так. Я сейчас перехожу туда, где будем у нас. Да, вот смотрите. Закиров Александр. Я когда увидел вот это письмо, ну точно для этого, для вебинара, но уже до следующего. Представляете, какие цены эти, какие это самое. Вот. Не успел. Гражданин Закиров. В следующем вебинаре я это, может быть, сокращу немножко. Ну как, ну вы старались, вы такой ценное письмо написали. И для меня. Вот. Для всех, как я считаю.